Естественно. Дело в том, что, давайте прямо говорить, мы сейчас находимся в достаточно глубоком кризисе, и сегодня элементы экономики, которые касаются непосредственно жизни человека, это не макроэкономика, а микроэкономика, экономика для людей. Так вот, эти элементы касаются каждого человека. И если на это еще ляжет и миграционные процессы, и огромные затраты на содержание, на устройство, да и вообще, что с ними делать. Это огромные траты денег. Это мало кто даже сейчас понимает, насколько, так сказать, миллиардов попала Европа сейчас, евро, со всеми этими беженцами. То, все это может быть и в России. А если учитывать, что в Европе гораздо лучше развиты социальные службы, развиты гораздо лучше иммиграционные службы, чем в России, это надо прямо говорить, то мы можем оказаться в ситуации просто кризисной.